Один из основателей крупнейшей в Китае электронной торговой площадки Alibaba Group Джек Ма в день своего 55-летия покинет пост председателя совета директоров. Ма считает, что руководство компании должно быть молодым. Пост председателя он передает генеральному директору Alibaba Group 47-летнему Джану Дэниелу. После отставки Джек Ма планирует заняться благотворительностью и проектами в сфере образования.